Всем привет! Предлагаю вашему вниманию обзор LensPen с сайта gearbest.com LP1. Чистящий карандаш для чистки оптики. Многие те, кто увлекаются фотографией, знают, что это такое. Для остальных же расскажу, что это карандаш, который помогает избавиться от пятен на оптике, почистить следы от рук, пальцев, засохших капель воды, если они образовались у вас на объективе. Есть фирменные LensPen, ну, ими я никогда не пользовался, я всегда пользовался китайскими аналогами. И скажу честно, они меня никогда не подводили. Вот, например, один из китайских аналогов, который давно уже служит у меня, года 4, если не больше. С одной стороны у него кисточка с двумя положениями, чтобы сдувать пылинки. С другой стороны у нас, собственно, сам карандаш, собственно, сама головка. Бывают двухсторонние, бывают односторонние, в данном случае односторонние. Бывает, что с другой стороны треугольный, чтобы чистить видоискатель удобно было. Как я понимаю, тут какое-то графитовое напыление такое, типа микрофибы, ворсы, которое помогает чистить объектив. Со временем оно немножко стирается, поэтому приходит время покупать новый. Что идет здесь в комплекте? Влажная чистящая салфетка. Как я понимаю, открывать мы ее не будем, это будет такой запасной вариант. И сам карандаш. Первое отличие от старого — это то, что нету промежуточного положения для щеточки, только закрыто-открыто. Сама по себе мягенькая, плотная, каких-то проблем с ней, я думаю, не будет. Почистить пыль откуда-то из видоискателя, сдуть с объектива — проблем нету. Есть петелька, чтобы вешать на карман, но, как видим, фиксируется колпачок плохо, практически сразу же слетает. Сама головка, как мне кажется, меньшего диаметра, чем было раньше. Ну и какие ее чистящие свойства, мы посмотрим далее. Вот, как я говорил, другая головка меньшего диаметра, и у нас сам LensPen двухсторонний. Если я не ошибаюсь, то у меня линза немножко вот запачкана, вот. Не знаю, видно, не видно вот с этой стороны. Вот так вот, чистить круговыми движениями. Оптика чистится без каких-либо проблем. Оставшиеся пылинки можно просто смахнуть кисточкой. Собственно, все, никаких дополнительных салфеток, разводов у нас не требуется, чтобы почистить оптику. Светофильтры покрытия не страдают от китайских LensPen'ов. Я не знаю, проблем каких-то с использованием китайских LensPen'ов у меня не было. Главное их достоинство — это цена и хорошее качество, как мне кажется. Хотя в последнее время, мне кажется, они подорожали, а ассортимент их стал гораздо меньше, чем пару лет назад. В любом случае, вот такой вот LensPen с чистящей салфеткой с сайта gearbest.com. На этом все. Спасибо всем за внимание.